Всем привет, вы как всегда на канале «Семья на чемоданах». Да-да-да, мы снова на чемоданах, с вами я, Славян, Настенка, мы вас приглашаем в новый выпуск, давай. Новый выпуск. Ага, что нужно сделать? Поцеловать меня, а им? Тоже поцеловать меня? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Тати лайки. Пишите комментарии. Вот, вот так вот, ребятки, сегодня новый выпуск, и у нас переезд. Вы часто пишете в комментариях, что мы живем типа на улице. Я не знаю, откуда вы это берете, но вот некоторые так пишут. Вот серьезно, потому что мы много живем. Да, мы много живем в квартирах, причем в хороших. Кто-то напишет, что бедные, несчастные, там как так можно жить. Блин, мы нормально кайфуем, живем, путешествуем. Лето. На самом деле нужно только и делать, чтобы путешествовать. А в Турции почти круглый год лето. Поэтому мы вот почти круглый год и путешествуем. Ребятки, сегодня новый выпуск. Мы вот видите, уже понемножку собираемся. Сейчас будем это продолжать. И поедем мы с вами, как спойлер, на виллу. Досматривайте до конца, посмотрите, куда мы переедем. Ой, прекрасное место. Совсем недавно на YouTube-канал я записал видеоролик о том, что нужно знать в путешествиях в 2023 году. Вот так выглядит выпуск, вы можете, естественно, его посмотреть, изучить, и там действительно очень важная и нужная информация. Но если вам вдруг неохота, ничего страшного, ведь в этом выпуске я рассказал про PDF-файл, который я создал специально для вас, чтобы ваши путешествия были максимально простые. В этот PDF-файл я собрал все важные сервисы, приложения и сайты, которыми мы лично пользуемся для того, чтобы облегчить себе путешествие. Этот PDF-файл доступен для каждого из вас. И у него есть очень замечательная и доступная цена. 0 рублей, 0 долларов, 0 евро, 0 любой валюты. Он совершенно бесплатный, ребята. Чтобы его получить, вам нужно просто зайти в мой телеграм-канал, подписаться и там его скачать. Также это можете сделать в Настенькином телеграм-канале. Ссылочка на наши телеграммы там в описании. Переходите, забирайте файл и путешествуйте. Конечно, первым делом после умывалки, купалки нужно готовить завтрак. Вон на стенку уже шуршит. Арбуз приложил, на чтоб ты не путал. Хорошо. Да, нам вчера привезли ребята арбуз, а в итоге мы съели соседский арбуз. Я не тот арбуз достал из холодильника. Ну, это был не чей арбуз, просто вот так вот, это наши подписчики остались, сказали, что вы можете отдать животное, потому что мы не заберем. Мы его все не могли убрать 2 дня, и, короче, в итоге Славян перепутал с нашим. Вот так и жить в общаге, понимаешь? Да. Ты просто никогда не жила в общаге студенческой. Ну, в общем, кстати, на самом деле сутки прошли, все здоровы, живы, это уже прекрасно. Круто. Нам надо что-то доесть, что-то, естественно, заберем с собой наши вот эти две полки. Ну да, я думаю, что да, будем отправляться переезжать. Сидим, завтракаем, скучаем. Плачу. Такие завтраки раньше были. Да, Антоха готовил. А что он готовил-то? Так я и говорю, настроение готовил. Позже всех встала, когда мы уже все поели. Ну да, сейчас будем плавно собираться после обеда. Переезд, у нас, видите, такие багажи стоят. Часть вещей, точнее 90% вещей будем здесь оставлять, потому что я думаю, что мы сейчас переедем и уже до того, как не заберем машину, будем там. Надеюсь, у нас так получится сделать, и потом уже сюда приедем на машине. Но если нет, то сюда приедем с палаткой. Вот, палатка уже здесь нас будет ждать. Вот так вот. Ровно неделю мы простояли в этом кемпинге, сделали такие мини-выезды, посмотрите обязательно, посмотрите обзор на эту палатку, я его прикреплю, там ссылочка будет в описании, также посуда, короче, здесь очень уютно, и посмотрите, соответственно, обзор этого кемпинга, это самый лучший, я прям уверен, самый топовый кемпинг в Турции. Русскоязычный, представляете? Да-да, такое возможно. Так что обязательно гляньте и приезжайте. Вот мы здесь неделю стояли, здесь приезжало огромное количество наших зрителей, подписчиков, друзей. Мы здесь так круто провели время, столько было тусовок, которые вот вы пропустили. Мы, кстати, и на стриме тоже людей приглашали, вот многие приехали. У них есть домики, у ребят, если вкратце, места под палатку, места под автодома. Также у них есть собственные палатки, которые стоят, можно просто приехать без палаток. Есть русская баня, бассейн, мангальный зон. Короче, смотрите выпуски, там по ссылке в описании. Мы занимаемся снова тем, что мы сейчас будем снова пересортировывать вещи. Естественно, много мы оставим прямо здесь. Вот, например, скейт мне привезли, мы тоже оставим это пока здесь. Здесь из чемодана мы тоже достанем второй скейт, Артемкин. Вот. Ну и надо как-то покомпактнее сложиться, чтобы взять с собой только чемодан и портфели. А вот такие сумки оставить здесь. Вон.
Настенка тащит. А стул мы с собой еще будем забирать. У нас более-менее двигается процесс. Сейчас самое сложное. Надо будет добить вот эту всю историю. Сложить палатку. Фух, мы уже отсюда, видите, все повытаскивали. Пустая полностью. Я такой хопс, убираю матрасы. И такой говорю, ни хрена себе с нами жил паучище какой. Видите, какой здоровенный. Ужас. Складывать такие палатки восьмерки, как бы у меня получается легко, в принципе, просто. Но как есть опыт, если вдруг вы купили такую палатку, у вас опыта нету, прям рекомендую вам потренироваться дома, потому что где-то вы будете выглядеть очень интересным человеком. Ну мы почти все собрались. Смотрите, у нас тупо два рюкзака, сумка с продуктами и чемодан. Все. А, ну еще коляска. Сейчас там спит Мирошка, вот он высыпается, и мы едем. А сейчас как раз последний штрих. Нужно загрузить все продукты, которые у нас остались. Ну, собственно, и все. Смотрите, как мы уютненько собраны. У нас чемоданчик, стульчик, коляска, портфель с техникой, сумка с продуктами и еще портфель дополнительный. Все. Все уперли вот сюда. Вот чемодан просто тяжеленный. Надеюсь, он сейчас доедет до ворот. 7 пятниц на неделю у меня. Не будем мы ничего тут таскать. Жалко спину. Поэтому сейчас с нами приедут, сюда запустим и загрузим. А приехал за нами всеми любимый Дмитрий. Встречайте. Так, ну все, грузимся. Дима! Здорово! Здорово! Так, да. Привет. Мы же с тобой как не увиделись. Где Руслан? Руслан, ну он спит, наверное, не знаю. Здорово. Я, если честно, дома не был с утра. А, понятно. Я просто сегодня был на пляже в Чемьюва, вот куда, помнишь, мы ездили? Ну, там всегда пусто. Там всегда пусто. Мама дорогая, я могу вот завести, показать, там просто... Ну мы дойдем. Яблоку негде упасть. Сейчас идут праздники, этот байрам. Да-да-да. И я первый раз столько видел народу. В эти дни лучше никуда не выходить. Да-да-да. Серьезно. Мы не выходили, да. Мы в кемпинге сидели. Ну, на скалы только ездили. Если честно, то место, в которое мы едем, это будет идеальное место на эти праздники. Да-да-да. Вообще, вы просто сейчас обалдеете, куда мы едем. Я просто видел только фотки. Дима там вообще сюрприз такой приготовил. Так что, ребята, поехали. Праздники, пробка уже километра полтора, наверное. И где-то там. Мы сейчас подъезжаем к пляжу, который в Чемьюве находится. Дикий, я его показывал. Он всегда, в принципе, пустой. Посмотрите, сколько там на горизонте машин. Сейчас посмотрим, что здесь с домами. Но я и сквозь деревья вижу, что там уже трындец. Там, в принципе, домов стоит всегда много, потому что пляж очень крутой. Смотрите, здесь вообще никогда они не стояли. А сейчас вон палатка на палатке, дом на доме. Вот так вот праздники. Смотрите, подъезжаем. О, даже вот так вот просто. Ну это вот турки, они просто на праздники. Вай-вай, смотрите, такого здесь не было никогда. Я думаю, в воскресенье будет еще жестче. Вон палатка на палатке. Вот это вообще. Вот она палатка на крышу, смотри. А вот такая стояла у нас еще мама. Ой-ой-ой, даже здесь все забито. Совершенно прикольно. Смотри, сколько палаток там. И прицепов, и капли много. Вот эта парковка обычно пустая. Смотри, Марисе. Припарковаться просто негде. Ай-яй-яй. Ну и пляж это, конечно, просто жесть там. Наш любимый пляж, да? Это наш любимый пляж, и мы всегда его хвалили за то, что тут мало людей. Нет, ты, наверное, это, не, я не пойду туда. Да сходи, сходи. Да ну ты чё? Сходи, просто. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Помнишь, как ты называл, Кира, ты Геленджик лопнул от туриста. Ой-ой-ой. Чем Кивер лопается от туристов. Вот это да. Побеги, мы тут.
Отправляясь в путешествие, очень важно быть уверенным, что если вдруг что-то случится с твоим здоровьем, то ты получишь медицинскую помощь своевременно. Конечно, можно закрывать на все это дело глаза, но учитывая, что сейчас сезон, очень много людей купаются в море, очень много людей ходят на различные тропы, и всегда есть риск чем-то заразиться, потому что купаться в море, где огромное количество людей, например, как сейчас, конечно же, опасно. Аналогично и в отелях, когда шведские столы, когда переполненные бассейны, переполненные хамамы, болячек в этот период огромное количество. Если ты застраховал свое здоровье в проверенной компании, то твой отпуск будет 100% максимально комфортным, потому что, не дай бог что, то ты уверен в этой компании. И вот как раз сегодня я хочу вас познакомить с компанией Yekta. Компания Yekta предлагает страховые полюса для тех, кто путешествует или выезжает за границу. Каждый в возрасте от 3 до 85 лет может купить полисы онлайн на веб-сайте. Вы получите страховой полис по электронной почте в течение 2-3 минут. Работает многоязычный чат техподдержки 24/7. А это, между прочим, очень важно. Ведь никто не знает, когда и во сколько на вас нападет та или иная болячка. И важно, даже если это случилось ночью, то вам всегда помогут. Преимущество для тех, кто выбирает компанию Yekta, конечно же, работа по всему миру. Страховка покрывает COVID-19. А это, на минуточку, очень важно. Мы, например, когда прилетали в Турцию, мы болели ковидом в 2021 году, и очень важно было, чтобы у нас была страховка, иначе в то время мы остались бы без трусов. Отсутствие скрытых пунктов в договоре. Получить страховой полис можно онлайн. 10 лет опыта работы в сфере страхования. Никаких скрытых ограничений в медицинских услугах. Конечно же, все это очень важно, и Yekta проверенная компания. Я ссылочку на нее оставлю там в описании. Обязательно страхуйте себя в путешествиях, ведь произойти может все, что угодно. И поверьте мне, медицина за границей кусается. Поэтому лучше, если у вас будет полис от проверенной компании. Ссылка там. Меня все-таки отправили, чтобы вам показать, что сейчас творится на пляжах. Я вам сейчас покажу. И сам просто обалдею. Погнали. Это вход. Обычно на входе прям просто идешь и такой довольный, что ты один. Сейчас абсолютно нет. Мангальные зоны заняты вообще все. Прикиньте, посмотрите, люди просто так под деревьями. Все лежаки заняты, чтобы вообще в целом кто-то брал там лежак. Здесь я такого тоже не видел. Обычно они пустуют, просто люди на своих там ковриках, полотенчике. А сейчас вот это да. Ну это очень круто, это вот все праздники. Прикиньте, посмотрите, рестики битком. Здесь обычно так свободненько, а сегодня так вот круто. Да уж. И что будет в воскресенье? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да. Вот так вот, ребята. Как вам обстановочка? Не, ну знаете, что я хочу сказать? Из-за того, что этот пляж, он широкий, береговая линия очень широкая, то не так ощущается вот это многолюдство. Вы согласны со мной? Потому что лечь, побегать здесь можно абсолютно спокойно. Вот там, смотрите, сколько палаток стоит. Супер. Пацаны передвигаются. Только так, мест не хватило. Молодчики. Красавцы. Инстаграм, Инстаграм. Ютуб, Ютуб. Вай, вай, вай. А здесь несколько вилл, да? Да, здесь три виллы, но все индивидуальные. А-а-а. Этой территории. Вот так вот, ребята, прикиньте. Опа, опа, опа. Сейчас вам заедем и сейчас вам расскажу прикол с этой виллой. Так что не переключаемся. Это что-то на богатом. Тара-тара-там. Ребятки, за моей спиной любимая вершина Тахталы. Мы приехали пожить на вилле с собственным бассейном. Прикиньте, это к тому, что это вилла наших зрителей. Они посмотрели, посмотрели на Настеньку, подумали, как же она мучается, и решили нам ее подогнать. И, конечно же, мы эту виллу откроем для вас. Вы ее сможете спокойно также
арендовать и пожить здесь, вот так вот поплавать замечательным видом. Нам сейчас Дима откроет, я вам сделаю рум-турчик этой всей красоты. Блин, невероятно. Ну и теперь добро пожаловать в апартаменты, хотел сказать. Нет, это вот прям вилла, еще раз вилла. Шикарнейшая. Я уже прям сходу все вижу. Ну, прикиньте, собственным бассейном. Так мы еще не жили. И здесь нас сразу встречает гостевой. Я сразу все включаю, чтобы все подсвечивалось. Гостевой туалет. Это правильно. В этой вилле никто никогда не жил. Мы первые. Вы слышите эмоции детей? Вау, вау, офигеть! Смотрите, гостевой туалет, раковинки. Это я сверхдовольный. Посмотрите, какая здесь прекраснейшая гостиница. Она огромная. Как все стильненько сделано. Зеркальце. Такой гардероб, да? Прикольно, кстати, решение классное. И шкаф не стоит, просто вешаешь. Огромнейший. Огромнейший диванчик. Че? Спасибо, добрые люди. Настенька спасена. Смотрите, смотрите, как красиво. Ой, огромнейшая плазма, ничего себе. Блин, ну тут, конечно, все так сделано, с дизайнерским решением. Да, здесь этой виллой занимался дизайнер. Прям специально нанимался человек, который делал дизайн. О. И занимался покупкой всего вот этой техники. Прикиньте, да. Мой любимый островок, вот это я прям вообще обожаю. Где будешь стульчики работать? Здесь? Я буду работать здесь однозначно, я всегда на кухне здесь работаю. Здесь, кстати, высокоскоростной интернет, тебе стримы хорошо будет. О, да-да-да. Огромный холодильник, смотрите, какая красота. Сейчас проверим. А, подождите, он не с этой стороны открывается. Хопа! Да, широкий какой. Широченный. Чу-ю! Так. Кофемашина. А, это здесь, значит, хозблок. Понятно, встроенный шкафчик. Здесь еще встроенный шкафчик, газовая плиточка, духовочка, кофемашиночка, гранатовый сок будем пить. Правда, гранат сейчас мало в Турции, но ничего. Посудомоечная машина. А, как она, господи, называется? Микроволновка. Шикарный панорамный вид, ребята. Вы только посмотрите, что здесь у нас происходит. Мне кажется, нужно по-любому отойти чуть подальше, чтобы поняли, насколько это красиво. На вершину Тахталы. Здесь, естественно, все открывается. Смотрите, как здорово. Чикс. Огромнейшие просто двери. Смотрите, чикс, москиточка отъехала. И мы попадаем вот так вот в свой двор. Сейчас я ему покажу. Чуть попозже давайте это сделаем. Так, закрываем пока. И отправляемся с вами на второй этаж. А-а-а, колосочки, да, красивые? Очень просторно. Мне очень-очень нравится. Здесь аналогично, смотрите, тоже панорамное остекление. Вид на бассейн. Смотрите, какая зона. Чаепитить. Маркиза дополнительная. Выкатушечки. Ну, давайте, нет, здесь мы тоже давайте выйдем с вами. Так, как она тут открывается. А, с этой стороны. Здесь у нас собственный бассейн, в котором мы будем просто просыпаться, пить кофе и сразу заныривать. Вот такое вот креслочко. Смотрите, какая красота. Супер. Просто супер. Прикиньте, ребята. Вот так вот. Ну, напишите. Мы же заслужили, Настенка. Заслужила за свои мучения. Как тебе, Родик? А? Бомба. Бомба. Отрыв головы. Отрыв головы. Правильно. Пойдемте на второй этаж. Нас на втором этаже ожидает... Три спальни, да, ваш комп. Посмотрите, какая у вас плазма, пацаны, будет. Что вы будете смотреть на ней? Ну-ка, расскажи. А у вас там в комнате может, еще есть будут телевизор? ПС. А, у них есть дождики? Не знаю. Так, вроде, убирай пока пульт. Так, ну что, проходим на второй этаж. Видите, мои уже все сходили. Смотрите, как... Как красиво все смотрится. Давай, показывай, Артем. Давай. Смотрите, мы заходим. Здесь на втором этаже есть туалет. И еще один туалет. А, вот так вот все. О, с душем, кстати. Не просто туалет. Здесь вот душ, пожалуйста. Так, идем далее. Здесь еще комната. Смотрите, огромнейший встроенный шкаф. Я не знаю, у нас даже столько вещей. Нет, нам достаточно одной тубочки. Так, здесь аналогичная красивая раковинка. Так, нужно вот так сделать. Здесь у нас и тоже душевая кабина. Ну ничего себе.
Так. По-моему, тут выход есть на балкон. Еще телек. Положи. Шикарная кроватка. Это, наверное, с настенкой. Мы здесь будем спать. Так. Ну и с мирошкой, да. Стол. О, кстати, вот моя рабочая зона. Дим, ты спрашивал, где я буду работать. Огромное зеркало. Колосочки. Не, ну слушайте, сделано, конечно, блин, безумно все красиво. Это самое шикарное жилье, которое вообще мы, да, снимали. Опа, рынок, в котором когда-либо жили, куда? Да. Я сейчас переживала, где же рынок. А, нет. А, вот москитка открывается. Блин, а что так туго-то? О, балкон. Посмотрите. Это первый балкон. Рынок. Собственно, смотрите, мы прямо с балкона можем закупаться. Это неплохо. Блин, ну круто вообще, просто круто. Да, Настен? Как тебе? Вообще, Мирошка там уже вон все это валит. Все, Мирошка балдеет. Хорошего отдыха тебе, сынок. Мы пока пойдем дальше поснимаем. Так, двигаемся дальше в следующую комнату. Она находится у нас вот здесь вот. Она небольшая, маленькая, можно отдать. Нет, не детворе, это прям Мирошкина, короче. Полочки, фонарики, ночничочечки. И здесь тоже выход на балкон. И здесь, кстати, балкон. Так, где он тут открывается? Здесь балкон побольше. Вот, здесь сушилочка стоит. Здесь можно прям что-нибудь даже поставить. Маркизочка. Можно даже бомбочкой бахнуться сюда. Шутка. Глубина-то небольшая. Слушайте, ну очень здорово. Так, и двигаемся. Вау. Давайте я вот отсюда вам покажу. А, это я что? Зашел в другую комнату, представляете? Пойдемте вернемся. Я думал, я там зашел. Нет, здесь, в общем, видите, один большой балкон, он на две комнаты, вот на маленькую и побольше. Так, давайте мы вернемся, откуда мы начинали, да, Родик? Это вообще так. И, собственно, бам, комната, где будут жить наши детки. Вот так вот. Две кроватки, кондей, это понятно, в каждой комнате. Выход на балкон, картины. Смотрите, как все стильненько, красиво, аккуратненько. Белые шкафчики. И клевое, мне очень нравится зеркало. Папа, слушайте, это будет прямой рабочий стол. Твой рабочий стол. Ага. Хорошо. Супер. Так, где у нас дальше? О, я думаю, так, стиралки не хватает. Стиралка есть, она спрятана просто в шкафу, здесь же нагреватель. Вот так вот. Что скажешь, Дим? Я думаю, это просто офигенная вилла. Мы сами не живем. Подожди, молодой человек, никогда. Вы кто? Мы здесь живем, а вы кто? Вы кто? Настенька, кто это? Я думаю, Слава, вы вот реально вам... Сильно повезло, вас подписчики очень сильно любят, со мной связались люди, это даже, ну как сказать, не наши клиенты, но они со мной связались, сказали, пожалуйста, мы хотим, чтобы они к нам приехали. Уже не могут смотреть, как они в кемпинге в этом. Как мы мучаем. Да, да, говорят, пусть живут в нашей вилле. Спасибо. Вот так вот. Ребятки, ну а если вы захотите пожить тоже в этой вилле, но не с нами, после нас... Димины контакты, как всегда, в описании. Пишите на WhatsApp, да, Дима? Да. Говорите, что от нас. Успевайте. Instagram, то есть бесплатно. Вот так вот. То есть здесь наши зрители, они здесь не живут, они просто создали шикарнейшую виллу, в которой действительно можно шикарно пожить. Как вам? Комментарии скорее, давайте обсуждать в комментариях. Здесь тоже вид на Тахталы, ты видел? Да, видел. Со всех балконов. Это второй балкон, да? Пожалуйста. И сад апельсиновый. Наверное, апельсиновый сад, цветет, да. Здесь пахнет. Очень. Можно просто вот так вот, смотри, на рынок. Килограмм апельсин, пожалуйста, мне. Да. Шикарно. Дима говорит, я поехал. Я говорю, стой, говорю, вещи отдай. Сейчас бы уехал бы. А мы потом, опа, а что, кстати, здесь, между прочим, если вдруг вы после нас там приедете на машине, у вас будет парковочное место, что немаловажно. Обладатель новых ключей. А, это ворота, да, типа открывать? Ворота, но и от дома ключи. Ага. Разгружаемся. Совсем забыл вам показать, как вилла-то смотрится снаружи. Посмотрите. Как? А? Блин, очень прикольно, конечно. Диму проводили, а теперь, короче, на самом деле, да, нам нужно, как всегда мы когда заезжаем, все опасные предметы, типа вот такая вот красота, которая, конечно, радует глаз, нужно куда-нибудь спрятать наверх, чтобы детки случайно все не разэтовали. Это нам, как говорится, не нужно, нам вообще просто достаточно вот этой всей красоты. Блин, ребята, падайте скорее в комментарии и просто пишите, как вам,
Как вам? Ну реально, так мы еще не жили никогда. Да, Мирошка? И что вы мне теперь напишите, девчонки? Настя, ну как ты можешь так жить? Ну напишите, как вот я могу мы, так жить? Мы любим нашу жизнь за то, что она разнообразная. Мы можем жить в палатке, жить в машине, жить в квартире, жить в доме, и на вилле. Да. И вот доросли даже до такого. И нам везде дома. Будет хорошо на самом деле. Где бы мы ни жили, нам всегда классно. И самое главное, что жизнь должна быть... Да, ням-ням, нет еще ням-ням. А вот Мироша спрашивает, где тут ням-ням? Скажи, мне все нравится, ну где пожрать-то? Ладно, сейчас идем в магазин. Набрали еды, очень много еды. Сейчас загрузим холодильник. Покажу, как он должен выглядеть, а не вот это пустое, которое мы открывали. Блин, да такой здоровый. Кстати, такой холодильник у нас тоже вообще... впервые, да, из-за того, что он такой здоровый, не получится много всего. Ну да, хотел вам нормальный холодильник показать, а в итоге фигня. Ладно, прокатила моя идея, слишком большой он. Ребятки, на этой прекрасной ноте я буду завершать данный видеоролик. Не забывайте писать комментарии. Будем садиться кушать. У нас вот, смотрите, в духовочке уже запекаются наши пидешки и лохмаджунки. Будем кушать. Ой, завтра будем просыпаться, будем купаться. Показывайте виды. Блин, ребятки, контакты там в описании, не забывайте. Пока.